Завершился второй международный студенческий конкурс имени Лившица. Он прошел в форме модельного судебного процесса. На этапе отбора было представлено 22 команды из разных городов России. В финале встретились команда из Санкт-Петербургского государственного университета и юридического института ЮРГУ. Они выступили в качестве участников судопроизводства, защитника и государственного обвинителя. Я считаю, что любому студенту, начинающему юристу, очень важно побывать в такой атмосфере, в атмосфере настоящего судебного заседания, попробовать себя в процессуальной роли защитника или обвинителя, и, безусловно, это очень хороший опыт, в том числе посмотреть, как работают настоящие судьи, и, возможно, даже потом сделать выбор в пользу той или иной юридической профессии. Команда юридического института ЮРГУ выступила в роли обвинителя. Стороной защиты стала команда Санкт-Петербургского государственного университета. Оценивали работу участников действующие судьи Российской Федерации. В результате победителем конкурса стала команда из Санкт-Петербургского государственного университета. А в номинации «Лучший выступающий» выиграла Дорофеева Софья. У нас было несколько практических занятий в университете, и это всегда было интереснее, чем обычные занятия. И кажется, что такие формы, форматы обучения и практики, они очень полезны, и на них лучше усваиваются абсолютно все нормы, знания и правила, которые тебе нужно выяснить из процесса. И поэтому мы с командой просто искали возможность применить навыки, заставить себя напрячься, что-то выучить, подготовить позицию. Конкурс проходит уже второй год подряд. По словам организаторов, он направлен на повышение уровня знаний обучающихся в области уголовного судопроизводства и формирование у студентов навыков применения теоретических знаний в практической ситуации.